Игра в кальмара против Игры престолов. Кто же сегодня победит в этой легендарной сериальной битве? Многие думают, что я от рождения такой офигенный. Но это не так. На самом деле, никто так не думает. Напишите в комменты, за какой сериал вы болеете. Я думаю, здесь очевидно понятно, что Игра в кальмара сегодня победит вот этот странный лаки-блок Игры престолов. Я за сериал, где первое слово игра. Так, у нас же тут и здесь первое слово игра, и там игра. Лень, ну ты реально дурак. Давайте проверим, что мне выпадет из этого лаки-блока. Пока что, в принципе, это вроде что-то похоже, знаете, на печеньку, которую они вырезали в сериале. Но я думаю, это не так. Это гемы, с помощью которых мы можем что-нибудь скрафтить. Ленчик, давай ломай, я ему хочу уже посмотреть, что тебе там выпадывают. Ты чего? Все нормально у тебя, крипер? На тебя ты мне тут заспавнился. Опа. У Лени уже что-то поинтереснее выпадывает, и кажется, я сейчас сгорю. Да, да. Пол сердца. Спасибо. Спасибо, Майнкрафт, спасибо, что ты сделал так, что... Да хватит мне криперов спавнить, я не понимаю, ребята. Офигеть, у него меч. Вы это видели? Это просто жесть, у него там не меч, а целая лопата огромная какая-то. Давайте так, ставьте лайк, если вы за Игру в кальмара. И ничего не делайте, если вы за Игру престолов. Я думаю, все, прямо сейчас все должны поставить лайкосик, потому что Игра в кальмара должна затащить. Смотри, звезда с неба падает. Где Леня? Какая? Ах ты, зараза, я же видел, что это ты в меня кинул. Обманщик такой, ну ладно, я сейчас возражусь, я сейчас надену вот эту броньку. Все, ты меня никогда не победишь, понял, Лень? Я теперь... Ой, тихо, тихо, тихо. Эй, это что за любовное зелье было? Вот это я понимаю, Игра в престолов. Я тебе говорю, я не смотрел этот сериал и, знаешь ли, не собираюсь. После этого лаки-блока особенно. Ну что, вот мне спавнится, это вопрос большой. Ани, ты думаешь, это поможет? Серьезно? Да! Нет! Не помогло! Кажется, наш иссушитель полетел куда-то в самый низ. Но я не знаю, зачем, как бы, вроде мы здесь, атаковать нас нужно. А знаешь почему? Не сработало? Потому что лайков не поставили, вот и не помогло. Че, серьезно, что ли? На, серьезно. Я так и знал, что все из-за лайков. Ребята, если вы вот лайк не поставите, то все, вас удача навсегда покинет. Поэтому давайте лайкосик ставьте. У меня уже столько много золота, мне уже несколько мобов выпало. Наконец-то! Вот же блоки мои, которые мне сейчас помогут, капец как. Мы делаем верстак, и давайте из этих гемов мы что-нибудь соорудим. Например, штанишки, например, ботинки, и, например, ну, больше мне ни на что не хватит. Но мы попробуем с вами сделать, например, меч. Получилось! Да ладно, я так и знал. Леня, смотри, какой я меч. Ничего себе, он огромный. А я и не думал, что из двух вот этих гемов получается такой огроменный меч. Так, ты что тут все выкидываешь, Леня? Блин, нифига себе. Я даже достать до Лени могу. Ну так, наполовинку только. О, Леонид Андреевич. Ничего себе, у тебя мечи там вообще классные. Смотрите, мы надеваем вот эту броньку. Повезло, повезло. Согласен. И у нас появляется эффект, который называется рич. Я хочу сделать себе совсем, совсем небольшую постройку. Леня, если ты мне ее взорвешь, я тебе дам по заднице, понятно? Вау! Так. Не стрелять в мою платформу ни в коем случае, Леонид Андреевич, потому что мне реально страшно, если оно у меня взорвется. Ребят, вы же, думаю, смотрели предыдущие серии лаки-блоков. Ты что сделал? Ой, Леня, так не взорвать, значит, надо сейчас у меня сгорит. Капец, там у тебя что, выпадает что? Леня, я тебе дам по заднице, реально, если еще раз ты это сделаешь. Ты, зараза такая, ты посмотри на него. Я должен сейчас кое-что сделать. Сейчас, пока Леня ломает лаки-блоки, мы сейчас сделаем вот такую вот рокировочку. Он пока что там в ловушке, но ничего страшного. Я должен добраться до этой шоколадной задницы. Сейчас я ему покажу, кто здесь главный. Сейчас мы дождемся, пока он выберется с ловушки. О, все, отлично. Ой. Лень, тут тебе кто-то странный заставился, он, по-моему, тебя убил. Это очень странно было, Лень, я вообще сам офигел, первый раз его вижу, представляешь? Короче, Лень, тебя тут, кажется, все убивают от твоего монстра, я вообще ничего не понимаю. Ладно, давай, в общем, пока, Леонид Андреевич. Да блин, кто? Я не успеваю зарезаться и сразу помираю. Да, серьезно? Блин, вот незадача-то какая. Все, мы ему отомстили немножечко, ребята, все, тихо, только ему не говорите. Вот это мне что выпало? Сейчас мы покажем, смотрите, ребята. Че? Кто это был вообще и почему они сюда пришли? Леня, мне нужно на тебе кое-что протестировать. Я, конечно, понимаю, что ты там дерешься, вот. Прости, Леонид Андреевич, я просто хотел протестировать, что за палочка и что значит отдача.
Наконец-то. Наконец-то мне это выпало. Смотрите-ка. Так, не стрелять, я тебе сказал, Леня. Не стрелять, я тебе сказал. Ты зараза такая, я же в тебя попаду сейчас. Все, все. У меня горит на Леню. Я сейчас его буду убивать 10 тысяч раз. Запомните, ребята, мои слова. Все, возрождаемся. Я открываю полнейшую охоту на Леню. Да-да-да, Леонид Андреевич, ты меня доубивался, поэтому все. Я буду ломать лаки-блоки на твоей платформе и вырубать только тебя. Меня кто-то бьет. Меня невидимка какая-то бьет. Че? Пожалуйста, прости, прости, прости. Чего ты говоришь? Не слышу, Леня, не слышу. Я не понимаю, чат не умею читать. Прости, пожалуйста. Погоди, Лень, сейчас я в тебя выстрельну, и вот тогда можешь писать. Вот сейчас, давай, давай. Че ты говоришь? Так, спокойно, 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 задница шоколадная, все. Я в тебя больше не стреляю, но если ты меня еще раз убьешь... Я тебя забаню, вот реально, Леня. Зацени шлемак. Ну да, это какой-то удачный шлемак. Лаки шлем, можно сказать. И знаете что? Что? Так, Лень, кажись, это из твоего лаки-блока выпало. Это огроменный лаки-блок. Тут босс какой-то, давай иди отсюда, зараза такая. Блин, чё Лёня спавнится из лаки-блока, я вообще не понимаю. Я ж говорил, что игра в кальмара, Лёнь, это лучший лаки-блок. Думай так, думай, думай. Не, Лёнь, я тебе 100% говорю. Я по факту говорю, что игра в кальмара это топ. Ну не то, что игра при том. Ну ты посмотри, что тебе спавнится, это фигня какая-то. Одни ловушки, какие-то странные постройки. О, стоп. Это же дружелюбный крипер, который даже взрываться не будет. Смотри, Леонид Андреевич, я могу с ним вот разговаривать. Не бей моего... Ты убил моего дружелюбного крипера? Леня, ты за это поплатишь. Ты, конечно, прости, но я сломал тебе немножко броню. Прости, 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 прости. Лень, да все, 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 хватит. Я иду на свою платформу, я на тебя, в общем, обиделся за своего крипера. Стоп. Что? Лабиринт. Кажется, у тебя лабиринт заспавнился. Ничего себе, у нас 20 секунд, чтобы забрать все луты с этого лабиринта. Так, бегом, бегом, бегом. Опа, изумруд, обсидиан. Мне нужны блоки, потому что из блоков я могу сделать себе платформу. Так, бегом, 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 ребята. Давайте все ходы мы должны посмотреть. Еще сундук. Чего? Я нашел алмазик и маленькие сердечки. Это очень странно. А, время вышло, лабиринт исчез. Лень, смотри, что я нашел. У меня есть какие-то маленькие сердечки, которые я могу кушать. Чего? Они, наверное, пополнили бы мои сердца, если бы у меня их не было. Но я бесконечно бессмертен, понимаете? Леонид Андреевич выпал из мира. Не, ну так бывает, Лень. Ты, конечно, сильно не расстраивайся, потому что это лаки-блоки. Здесь все бывает. Здесь может выпасть сейчас что-то хорошее, а потом какая-нибудь странная ловушка. Лень. Смотри, кто заспавнился. Не трогай его. Вот так тебе получаю. Вот так, ты кролик, на меня-то нафига нападаешь? Ладно, Леня, но я-то тебе что сделал? Я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно срочно добраться вот до этого облака. Берем блоки, Леонид Андреевич, и пойдем посмотрим, что находится на этом облаке. Я его, кстати, не первый раз вижу, но что-то я совсем забыл туда добраться. Я думаю, что там есть что-то интересное. То, что нам действительно понравится. Давайте-ка посмотрим. Ну-ка. Лень, как ты добрался? Переведи меня! Что? Смотрите, мы ходим прямо в облаках, ничего себе! Там, кажется, в сундуке было... Ох ты, ничего себе! Мы сейчас возьмем вот эту сельку, мы ее сейчас кинем, и нам выпадет рыба. Класс! Лучше я буду все-таки ломать свои лаки-блоки. Прикиньте, в небе, просто в облаках ломаем лаки-блоки. А еще эти облака можно забрать с собой, серьезно, смотрите. Просто я добыл немножко облачка. Серьезно? Серьезно? А ты не верил? Лень, я тебе говорю, реально, облачко у меня в инвентаре. Ого, сколько мне обсидиана выпало. Все, я думаю, что пора возвращаться в самый низ. Погодите, погодите, это хорошая бронька. Мы должны ее забрать, мы должны ее надеть. О, погодите. Лень, меня-то не колошмать, я тебе что сделал-то? Тут у тебя невидимки спавнятся, это все из-за них. Прости, я не хотел. Это я сделал рукой, случайно. Да, друг называется. Лень, да прости, я не думал, что я с помощью одной лишь руки тебя могу вырубить. Ага, да, давай, пока. Лень, да ладно тебе, не обижайся. Подожди, Лень, давай я тебе что-нибудь подарю за это. Я реально тебя не хотел убивать. Нет, мне тебе подачек не надо. Лень, ну подожди, да стой ты, да не обижайся. Давай мы лайки поставим на эту серию, хорошо, Лень? Нет, ну ладно, подожди, Лень, 10 тысяч лайков. 10 тысяч лайков специально для Леонида Андреевича поставим, хочешь? 30. А какие 30-то? Ладно, ладно, 30. Ну попробуем это сделать, но я не уверен, как бы это все зависит от подписчиков. 30 тысяч. Хорошо, Леня, давайте, ребята, попробуем 30 тысяч лайков поставить, потому что я Ленчика иногда обижаю, чтобы он не обижался на меня сильно. Поставьте лайкосик, ребят, это несложно, тем более. Лень, держи, я тебе еще и топорик вот этот подарю, на, можешь забирать. А вот этого чучела я прям убью сейчас, смотри, вот так вот, Леня. Стоп, что? Ничего себе. Это что за богатый сундук у тебя здесь лежит? Еще и там облачка, кстати, лежат в этом же сундуке. Ладно, мне нужен хороший лут, потому что мы уже совсем скоро... О, это мы заберем, ребята. Зажигалку мы тоже заберем, естественно. Я обиделся. Лень, опять обиделся? Я ж тебе ничего не сделал. Да?
Вот так вот. Да ты офигел, Леонид Андреевич, я вообще ничего не понимаю. Ты как-то обижаешься, очень странно. Мы возьмем сейчас обсидиан, побежим на свою платформу. Смотрите, как я могу далеко ставить блоки. Вот это по кайфу, вот это мне нравится, ребята. Давайте-ка сделаем себе как раз здесь платформу полностью. Просто офигеть, смотрите, я даже до этого блока могу достать. Даже до этого? Чё вообще? Как вообще? Лень, смотри, докуда я могу доставать вот отсюда. Чё, жесть, как? Я ударю тебя один раз, и ты прощен, окей? Ну, ладно, давай, Лень, бей. Ничего себе, один раз. Я тебя тогда тоже, Леня. И ты прощен. Ну а чё, как бы один-один. Ничего себе, блин. Взял меня, ударил просто так. Я обиделся. Да и ладно, я обижайся, Леня. Я тебя тогда могу вообще бесконечно ударять. О, стоп, что? Это мне выпало. Это мне выпало. Погодите, а почему у него всего лишь урон 10? Вот у этого, например, урон... Плюс 6-6-6-6-6-6-6-6. Стоп. Вот примерно столько шестерок у него урон. Ребята, фаст опенинг. Ничего себе. Это же... Локи-блок Незерит. Да ладно? Где? Где? А, не, Лень, я пошутил, тебе показалось. Все, иди. Тш, тихо, мы сейчас его поставим, ребята. И сломаем втайне от Лени. О, Лень? Прости, стой, извини, я... Упс, немножечко спалились. Ну как бы ладно, а чё Лёня подсматривает? Он вообще не должен подсматривать. Короче, у меня вся платформа взорвалась. Зачем я ее строил, спрашивает. Ну ничего страшного, фаст опенинг локи-блоков, давай быстрее. О, блин, о, я думал, штанишки эти упали, но я думаю, они мне пригодятся. Мы их заберем, яблочки мы тоже возьмем. И практически моих локи-блоков у меня не осталось. Мне даже выпал локи-блок Егорика, только что вы это видели. Чё? Леонид Андреевич. Ты что, летать можешь? Что? Ты... Когда ты успел выбить броньку, с помощью которой ты летать можешь? Ты зараза шоколадная! Я предлагаю прямо сейчас проверить, чей локи-блок оказался лучше. Ну, собственно, мистер Борис будет следить за нашей битвой. Ты чё? Не будет. Я сказал будет! Блин! Я просто упал в самый низ. Можно сказать, в самом начале битвы. Чё за фигня? Лёня, я должен тебя победить. Это чё? Я ему сломал всю броню полностью. Эй, а почему мы немножечко крашнули сервер? Но, ребята, мне кажется, выпуск получился просто огненный. Я считаю, что мой локи-блок оказался победителем. Напишите прямо сейчас в комментарии, что вы болели за этот локи-блок и что вы тоже выиграли вместе со мной. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одного нового ролика. Посмотрите другие видосы. Увидимся в следующем видео. Пока!